Девочки, всем привет! Давайте я вам покажу пикабу. Есть две кожи, вы, наверное, уже знаете. Я думаю, что все знают. Теленок вот такой зернистый. И вот одна клиентка мне писала, давайте обратим внимание, что именно на зерне швы вот такие вот, вот с такой ниткой, с такими пробелами. А если кожа гладкая, то на гладкой коже вот такие вот шовчики невозможны. То есть они будут обычной ниткой без вот таких вот пробелов. А на данной сумке у нас фурнитура серебро, и мы подобрали идеальный ремень, потому что здесь, видите, такой серый кан, внутри там тоже графит. Это разные всякие, видите, цвета, поэтому вы можете носить как оранжевый, черный, голубой, все что угодно. И обратите внимание, вы когда будете выбирать сумку, то цвет фурнитуры ремня должен совпадать с фурнитурой сумки, иначе будет очень некрасиво смотреться, потому что я так, честно сказать, промахнулась. Внутри у нас вот такое все. Здесь у нас замша, здесь у нас кожа. С вот этой стороны у нас логотип Fendi. Он серебряного цвета, просто он заклеен пленкой синей. Сейчас попробую ее снять. В общем, ладно. Здесь вот вы можете посмотреть, сравнить шрифт и все прочее.